Всем кря-кря, народ! Со мной сегодня мои друзья Пахалин. Мастер. И медведь. Ребята, пишите в комментариях, что же за ютубер стоит за нашей спиной. И ставьте лайки, и завтра вы получите пятерку в школе. Знаете, что я понял, ребята, что Рома это превосходная овца, просто я не понимаю, почему он медведь на самом деле. Итак, давайте рандомить, кто же будет кого искать. Погоди. Ребятки, Демастер у нас, как бы говорится, новый игрок. Его подписчики не знают, что здесь делать. Ребята, это прятки мобами. Вот сейчас мы превратились в мобов, и не обязательно мы будем продолжать этими мобами игру. Можем становиться другими. Костя, я думаю, ты сейчас там покажешь, что... Ой, все перевратились. Ой, Костя, ты лошадь. Я маленько Евгеха. Кто нажимает? Да, у нас есть рандом машина, которая определяет, кто будет искать, кто прятаться. Блин. Ну что ж, Кость, становись обычным и сюда иди. А, мы сюда. Пацаны, я прыгнул, все. Какой прыгнул? Я прыгнул. Кость. Ну здесь кошки будут бить опять сразу. Давай. Я прыгнул. Я не подсматриваю ни в коем случае. Ребят, сейчас я буду искать этих вот животных. Так, я уже спрятался. На меня тут кони с котами выпрыгнули. А что, надо быть обязательно на шифте, или мой ник все равно не видно? Нет, не видно. Ты же превратился. Да. Так, ну что, ребята, я, значит, спрыгнул. Ничего себе. А что, из уток яйца падают? Да ладно. А чё все затихли-то? Кто затих? Никто не затих. Чё-то медведь, он близко с нами, да, стоит? Да, слушай, меня кто меня ударил из вас, вы охренели, а? Чёрт, медведь, чё ты так жестко палишь-то? Не надо было так жестко палить. Вы чё, охренели, что ли? Давай синхронно так отходить начнем, чтобы он не понял, кто вы. Ща. Медведь, не пались так жестко, аккуратненько, медведь. Что он делает? Что он делает? Зачем он это делает? Зачем ты мелкого вот отправил? Влад, ты попытку первую потратил. Неправда. Скажи, это все Евгеха, да? Да. У корова. А чё она долбится? Там никого нет. Чё ты там на одном месте завис, да? Ну ладно, я закрою пока что эту сарайку, значит. Так, ну чё? Тут медведи жопу нюхают друг другу. А чё бы и нет? Жизни. Ну да, нихрена! Слушай, я, кажется, правильный звук ты издал. Вначале. Ты посмотри на этих медведей. А, значит, посмотри на этих... Бежим, чувак, бежим! В смысле? Ой, боже, я просто в шоке, он за мной бежал, и я спрятался опять. Так ты тут две уточки были. Это вы были, чувак. Ах ты! Хорошо, да какая! Это кто? Нету! Пожалуйста, утка, хватит! В смысле? Вы что, серьезно? Помилуйте! Стой, ну ты, я тебя как бы кинул об стену. Нет! Кого поймали? У медведя тяжело поймали? Так и просто... змею нельзя поймать. Она не хватает. Она не проходит через проход. Она не хватает. Ром, ну я тебя поймал уже, все как бы. Пруф, раз, два, три. Как бы видео, дебилы, у тебя и у меня. Пруф унесли. Ладно. Так, ладно, осталось теперь найти еще ребят на Пахалина и осталось. И последняя попытка у тебя. Дед Мастер остался у нас еще. Я и Дед Мастер остался. Да. Так. Мне кажется, медведь меня полил уже, какой я какой.
Это что сейчас было, овца? Кто на советчичка? Кто на советчичка, а? Блин. Кто? Нет, не трогай меня, не трогай! Ути, не трогай меня! Как мне тебя оттуда вытащить? Я ж сказал, что это овца! Нет! Нет! Собака! А, блин! Ладно. Он меня нашёл. Овечка какая-то, знаешь, такая дёрганая. Да-да-да, что-то я немного это, знаешь, подергался. Ты мастер, медведь из тебя классный, но не это. Вам не кажется, что это утка подозрительная? Да подожди, надо ее сначала краш-тест уточки провести. Да она вниз смотрит, утки вниз не смотрят. Думаешь? Все, вверх сразу посмотрела. Ну держи ее в поле зрения пока что, слышишь? Ну хорошо, я ее подержу. Таскай ее с собой. Угу. Да где он, да? Фу, смотри, такая я киска. Не знаю, где он. А такие киски вообще были в этом? Ты спавнил кисок? Да, кисок спавнил. Фига себе, как киска модная. У нас же тут еще жители есть. Да. Смотри, какая киска, да? Да, странная киска такая. А ты что, курицу отпустил? Да. В смысле да-да? Ты чикен или кто? Блин, жесть. А ты что, его отпустил? Не, я его... А, меня кошка бьет! Спасайся, беги! Это Пахалин. Да, конечно. Пошла от нас. Ребят, ну кошку надо из карты выкинуть, как бы, а то она агрессивная. А куда я кошку дел? Кровой тут еще подозрительная. Вы все около меня ходите? Я на самом видном месте стою такой, никого не трогаю. Где он стоит-то, ё-моё? Вот он! Думаешь? Она не палит. Покликай правой кнопкой мыши на корову. Зачем? Она палит на тебя или нет? Вот этого нет, кажется. Вот это не палит. Вот это вот. Одна палит, другая не палит. Вы их путаете, вы их спутали. Вот это вот не палит, это он. А, не, ну не я же. Ну давай, подбрасывай. Да подбрасывай ее вверх. В креативе, я думаю, что за дела. Ладно, короче, все, вы меня нашли, короче. Да. Ну, это. Я иду искать. А, все. Гость, можем не убегать, не убегаем, сразу. Просто прячемся, да? Перепрощаемся. Да, да, да. Ребят, ну все креативку выключайте, ну вы чего? Не смотрите, как я превращаюсь в кого-то. Я стесняюсь. Кошка дура, иди отсюда. Я ее за карту выкинул. Нормально. Вот так, значит, ты с кошками. Да. Я же уточка. И чё? Это не дает тебе право так с кошками поступать. Я уже почти. Я утка-убийца, ты как бы понимаешь, да? Так. Да-да, я утка-убийца. Я вижу, как Рома падает. Так, ну я иду искать. Давай. Рома, давай, сыщи. Найди меня, найди, попробуй. Я так классно спрятался. Кто бы знал. Жестко, прям жестко он спрятался, ребятки. Так, главное, медведь, не находи меня. Медведь там что-то ищет, смотрите. А почему медведь утка? Не, медведь... Слышь, ты охренел, а? Медведь поймал медведя. Утка какая-то тут странная. Да утки вообще какие-то здесь странные. Утки и кошки здесь странные. Пока. Я вот не знаю, убивать ее или нет. О, нет, да. Медведь, зачем ты здесь? Кто это? Подождите, чё она не умирает? Алло. Ой, зря я подбросил, да? Она ж теперь падать будет. Скажите, кто-то играет за эту утку, то она будет весь ролик падать. Нет, утка, не ссы. Ну, медведь, то есть. Медведь. Надо утку об стену размазывать, если что. Так да, я ее стукнул, а она не умерла. Это Пахалин был. Это был утка в креативе. Это был Пахалин, отвечаю. Но. Я ведь подлечу к ней, как бы. И с меча ее жахни, давай.
Ладно, попытка потрачена. Так, окей. Мы здесь еще посмотрим. Ну че, когда ко мне ты подойдешь, медведь? Я устал тебя ждать. Ну че, где он ходит, ребят? Я его даже не вижу. Он возле меня вообще не ходит. Он возле кого-то из нас ходит вообще? Не, мы до мастера вроде с тобой вместе стоим. Да? Недалеко. Недалеко, да. Недалеко, да, недалеко. Так, так, так. А он там ходит с другой стороны. А, с другой ему стороны. Нормально. Ему нормально. Да я тут уток ловлю. Да блин, я серьезно не пойму, где вы просто вот. Где же мы находимся, да? А где же утка? Ладно, я в доме еще посмотрю. Давайте поможем найти утки, утку. Вы чё там, борзые, что ли? Чё я поймать не могу? О боже! Нет, 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 медведь, да ладно, чё ты, мы же с тобой друзья вообще, чё ты делаешь, медведь, нет, нет, медведь, нет! Да! Ты меня убить захотел, я же стал смехом. Ром, молодец, у тебя осталась еще одна попытка. Давай, давай, Рома, ты сможешь. Я вас всех перебью. Рома, ты справишься, я в тебя верю. Рома, давай. Рома, да. Рома, давай, давай. Да. Хоть кого-то убил, нет, Рома. Утки, уток. Да, не надо подбрасывать, Лёха, я уже спалил тебя. Тут его вышвырнул нафиг. У тебя паленый был. Паленый? Настолько паленый, что ты меня ни разу не увидел? О, Потапыча взял, смотрите, Потапыча поднимает. А чё, он как-то трясется странно, не? Так это я его кинул тогда на тебя. Чё-то какой-то Мишка. Ну ладно, пусть. Слышь, я тоже хочу с собой поиграть, а не Евгехой. Ну давай. Никак не получится. Евгеха ведь не убивал лучше. О. Ясно. Так, окей, где же Костик? Вот кто Костя? Вот. Кто же Костя? Может быть, свинья. Давайте подсказку, как бы подсказку. Ты сам свинья. Давайте подсказку, да. Подсказку, ну, вы где-то рядом с нами. Прямо очень близко, горячо. Тепло, 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 холодно вообще. Кто-то вылетел или что? Кто вылетел? Почему? Я слышал звук. А, медведи не ставил, он что-то... А куда он вылетел? Перекинь, Ути. Медведь вообще ушел в приват кому-то. Зачем? А, зачем он ушел? Давай не спросим, медведь. Ты где? Не взяли, перекинули сюда. Я продолжаю съемку. А, давай. Да. Меня как бы Артём перекинул. Так, и что ты тут делал? Ну, в общем, медведь, если что, то сейчас ты прям вообще горячо рядом с нами. Или может холодно, не знаю. Я вот не знаю, что горячо или холодно. О, нет, 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 нет. О, да, они ушли, чувак, они были так близко, ох, ё-моё. Чё за бешеная корова? Ха-ха, кажется, они тебя спалили, бро. Хо. Беги, беги. Сложно. Они узнали, что ты за корову играешь. Хо. Смотри, смотри, что он делает, смотри, что он делает, бешеный. Нет. А чё он убивает людей просто так? Смотри. Кто? Он просто хватает. Просто хватает и убивает людей? Чё-то мне кажется, вас там уже... Паша, это был ты? Да. Опа-на. Окей. Так, мне кажется... А нет, я в правильном месте появился. Остался дед мастер еще. Так, ну Бахалин, слышь, ты меня это не выдавай. Паш, что он? Ты видел, куда я ушел, да? Ну, вроде бы да. Я не пойду к тому дому. Прикиньте, житель ходит здесь. Так, это я, если что, я хожу, житель, я житель. Сейчас я переименую сейчас. Давай, 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 давай. Кем же домастер был? Че, домастер помирает, что ли? А, домастер! Нет, это я звуки слышу, когда ты переделываешь, что таких. Кости, кости пересобираются. Да, кости пересобираются.
Так, ну я не знаю, короче, я меч возьму, и мне не хочу, мне долго искать. Так, ну чё, Демастер, кем ты играешь? Давай подсказку. Я играю млекопитающим. Это ты, Демастер, нет? Нет. Да. Так, а подожди, я не могу стоять такой. Ты козёл! Это он был! Он в доме! Кем? Он доме? житель! Так, где он? Убивайте его. Я перехват, план перехват делаю. Какой? Вот он! Я так и знал, что... Ах ты демастер, ну все понятно. Я пытался. Че, Пастер, ты ищешь? Я играю млекопитающим. Вы перекатывайтесь, я уже упал. Все, давайте, прячемся. Уже упал? Блин, мне так хорошо в своем скине. Очень хорошо. Так, за кого мне поиграть-то, ё-моё? Комфортно? За кого же мне поиграть-то? Вернуться к игре, всё. Отлично. Я уже падаю на половинке паутинки. Давай. Почему я не выбрался этот? Почему я не выбрался скин? Мне тоже. Почему серв завис? Почему, да, чего у вас... Ой, там... А почему привычное время ожидания? Нормально. Ребята, у нас возникли проблемы с сервером, и мы извиняемся, у нас не получилось доснять еще один раунд, но в следующий раз, если эта серия наберет много лайков, то мы обязательно снимем 4 раунда. С вами был я, Утя. Евгеха. Демастер. Да, ребятки, пока. Ромочка, Медведь. Пока. И Паша. Всем пока! Пока, ребятки.